начальника из арктических станций знает твердо, кто он такой. Он помнит дословно все книги и фильмы, которые взял с собой. Он знает на прочности вкус все виды местного льда. Хоть эта работа кажется важной не всякому и не всегда. Начальник одной из арктических станций вышел на связь с женой. Он знает, что эта случайная связь может повлечь за собой. И в этой связи большинство его мыслей касаются новых тел. Но иногда он вспоминает о том, чего на самом деле хотел, и внутри у него звезда. Сигнал исчезает.